И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи доктор Эггман, он же Альберт Вескер. И мы продолжаем. Sonic Lost World, потерянный яр. Ладно, подвигаемся потихонечку с вами. В прошлый раз с трудом прорвались. Теперь давайте изучать дальнейшие территории. Тут у нас прямо несколько кусочков. О, это я заберу. Так. Тут мы тоже же прошли. В общем, есть чем заниматься. Сейчас, полагаю, будет озвучка, поэтому сразу выключу звук. И попробуем пройти в Frozen Factory. Ну, я имею в виду, нормально. Если получится, то захватим тогда еще с вами Frozen Factory часть 2. Погнали! А, и обязательно посмотрите другие наши прохождения по Сонику. Плейлисты в описании. Ну а что, должен же кто-то посоветовать? Посмотреть наше прохождение. Лучше сделаю я сам. Так, погнали. Серьезно? Ну ладно. А, это вода. Так. Так, вроде прорвались, хорошо. Так, этих освобождаем. Чё ты меня не слушаешь, сидёшь? Просто не хочешь слушать, так ладно. Тут лёд. Так, действуем аккуратно. Ой! Я прям чувствовал, что я буду здесь прям мучиться. Ладно, идемте пока чуть вперед. Так, неплохо. Аккуратненько. Слушайте, шикарная карта, мне нравится. Thank you.
Так. Слушай, это прямо Рождество какое-то выходит. Ну хотя бы одно кольцо забрали, уже радует. Так, и здесь тоже сбоку заберу. У меня жизни реально мало, поэтому надо запас того обеспечить себе хороший. Так. Давай-давай-давай, аккуратненько. Пройду здесь. Тут заодно и запасную жизнь можно получить. Так. Слушай, реально очень красивая карта. Мне нравится. Правда, немножко громковато для меня. Так, немножко сделаю все потише. У вас я подкручу звук, чтобы было меня прекрасно слышно. Я так полагаю, что она, скорее всего, меня переплевывает. Так. Это прям праздником. Просто карта праздник, мне нравится. Да, вот заодно еще и дополнительную жизнь получили. Это прям реально какой-то праздник обыкновенный. О. Попробую забрать это колечко. Отправляемся дальше. Лейзер!
гребаный подземный мульт. Прям бесит немного. Мне нравится. Хорошая разработка. Eggman Industries всегда знает, как лучше пробить ежа. Так, опять туда-то мне пронесло. Подожди, я тут же был. Но куда-то хоть отправились, уже радует. О, финал. Нашли наконец проход. 12 минут ушло. Ну, в принципе, нам хватит еще один уровень, я в этом уверен. Если только сейчас со звуки не замучусь. Погнали, ежиная зараза. Ого, не слишком ли много заводов? Господи, сколько у тебя военных заводов вообще нужно этому парню? Если бы ты не уничтожал постоянно, мне их не нужно было бы столько много. И готово. Ой, спасибо, что почистил меня. Да, без проблем. Жаль, что вот достался голосовой чип, который выглядит так, будто его собрал двухлетний ребенок. Думаю, мне больше нравилось, когда я пытался тебя уничтожить, Тейлз. Ну что ж, чисто взаимные эгрожи. Прежде чем начать уничтожать друг друга, давайте-ка вспомним, почему мы здесь собрались. Хорошо, пожалуйста, напомни мне. Тейлз, нам нужен, чтобы Eggman выключил собственную машину. И ты не доверяешь мне выполнить это? Что? Нет, я доверяю тебе просто... Нет, не надо. Ты просто доверяешь Eggman больше. Ты знаешь, как это утомляет? Я доверяю тебе, Тейлз. Но в мире вопрос опасности, то, что я сделал глупость. А ты знаешь, насколько это утомляет? На самом деле, ничто так не утомляет, как необходимо слушать этот ужасный разговор. Eggman, ты утомляешь! Ну, хоть не Ньюфайлерд, за это спасибо. Спецуровни будем трогать потом. Так-та-там. Отправляемся в следующий. Так. Основа, что здесь у нас? Почему ты все еще здесь? Я только готовлюсь. Ну, похоже, ты не торопишься. Ну что ж, теперь настало время мое действовать, не так ли? А что если я тебе скажу, что ты единственная, кому я доверяю, и кто достаточно быстр, умен и симпатичен, чтобы победить синюю неприятность? Ну, я бы сказал, что у вас есть подходящая девушка для этой работы. Ладно, это было даже слишком легко, что я почти чувствую себя виноватым. А вот и идет приятный ветерок. А, это овцы трогать нельзя, ладно.
Наверх, пожалуйста. It's cute the way he keeps on trying to get past all the death dragon enemies and stuff. I think he kind of likes me. Обычно... О! Отлично, спасибо, мы засчитали. Да я пройду. Спасибо. Та-та-та-та-та-та. Красота. В общем, у нас все время просто одни сплошные праздники ходячие. Голубой мальчик. Да, ну все согласен, у нас реально голубой мальчик. Эти курицы как-то не туда стреляют. Движемся дальше. О, неплохо. Так, ясненько все с вами. Что, не понравилось, жердяй? Ты что, захотел меня скинуть? Нет, нет! Так, ладно, сколько мне там осталось жизней? Две, вполне хватает. Нет, 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 ежины, ты зараза. Нет, нет, нет. Да куда ты? Ладно. Так, стоп, 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 стоп. Я уже не успею эту забрать, поэтому давайте вот так сделаем. Не страшно. Ну, он реально интересный. Так, сначала возьмем побольше всего, что нам нужно.
Так. Наверх, пожалуйста. Ту-ту-ту-ту. Колечко застали. Да куда ты? Гребаные овцы. Вот так. Отлично, зафиксировали. Вот. Красота. Давай залезай уже нормально, ёж. Отлично, прорвались. Слушай, реально очень хороший уровень. Мне прям нравится. Мне даже нечего добавить. Просто приятный. Приятный такой тихий снежный уровень. Нет, нет, нет. Ну ладно, может быть слегка неприятный, есть такие мелочи. Ну и так мелочи. Так, а вот это что-то было новенькое. Так, а это что уже за жульничество такое? Это уже жульничество какое-то. Так, стоп. Нет, 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 нет. Ладно, пройду вот так. Нет, 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 нет. Слушайте, хороший уровень. Мне нравится, реально хороший. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что мы сегодня пройдем. Так, а где у нас... Ага, вот она. Так.
не смог, ну ладно. The way he keeps on trying to get past all the death traps, enemies and stuff. I think he kind of likes me. Так. Проедемся с ним. Бля, зараза, дядя! О, гробаный грабы! Отлично, благодарю. Холодный мистер Жарабасина. Кстати, все равно непонятно, почему йети на их стороне работают. Нет, ты куда? О, ну ладно, ну хотя бы жизнь взяли, переживем. А, то есть если я без колец еще вдобавок зарегистрирован, ломается здесь все, я пройти не могу. Ясненько. То есть я обязан так ходить. Решил пофоткать немножко, надеюсь, не возражает. Красивый уровень. Так. Вот опять. Да куда ты? Ребята, если я его не тяну вперед, я наоборот. Сейчас более-менее плюс-минус адекватно управление пошло. Хорошо. Нет, нет! Так, у нас две жизни, я успел увидеть. Да что за? Так, пусть сам едет. Я не трогаю вообще никакую кнопку. Опять я не понимаю, что происходит. Так, этого повходим. Аккуратно, без последствий, просто едем. У меня одна жизнь осталась, даже меньше, наверное. Сейчас главное немножко попробовать довыжить. Хоть слегка. Так. Так. А, в пятерку не попал. Нет, нет!
Да, вот это я... Не-не-не-не, назад! Ну, почти вырвались. Почти. Погнал куда? Чё уселся, тупая зараза? Пробуем еще раз. Если это получится, оставим на следующую раскатку. А что еще остается, ребят? Пробуем еще раз. Пока вебку оставлю, нет смысла что-то менять. Кадров я достаточно много здесь нафоткал. Так, вот здесь давайте аккуратно, аккуратно. Да! Если тут все забить, то можно получить кольцо. Почему я здесь стараюсь? Так. Куда, блин? Я не понимаю, что Эми Роуз нашла в этом тупом еже. Он же буквально тупой. Благодарю, хоть одно кольцо зарегистрируем. Ты почему не прыгаешь? Так, у нас две попытки осталось с вами. Это и еще вот. Я воспользуюсь предложением. Нет, мне пока хватит. Да, я понимаю, короткий эпизод выходит, но здесь нужно адаптироваться. Я немножко даже устал за сегодняшний день. Я записываю это видео под ночью после пятницы. Сейчас ночь суббота, ребят. Я реально сегодня немножко выдохся. Сейчас мне час 20. То есть у вас этот эпизод должен выйти в течение пару часов. Потому что я сейчас его буду пока монтировать, еще озвучку делать. Ну, эпизодов. Поэтому давайте пока, наверное, все-таки на этом прервемся. В целом, мы с вами главное что сделали. Хорошо прошли Frozen Factorio. А у нас с вами воскресенье. У вас это получается завтра. Ребят. Ну, по сути, у меня тоже. Мы будем с вами уже... проходить дополнительно, то есть эту игру, и собирать с вами кольца. У нас как раз с вами уровней вполне достаточно много, так что мы сможем с вами, если что, спокойненько двигаться и изучать все необходимое. Что там у тебя? Спасибо. Сможем с вами проходить, веселиться и задум... лишь нафармим побольше жизни, а это нам тоже нужно. Тут есть пароли, где-то можно легко сделать. Если кто помнит, молодец. Ладно, ребят, давайте мы на этом с вами пока сегодня закончим. Надеюсь, что вам понравилось прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. И ждет вас комментарий на тему,
как вам вот этот уровень с шаром? Он красивый, бесспорно. Но как он по уровню сложности? Чересчур сложный или нормальный? Мне интересно ваше мнение. Всем доброго вечера. Увидимся.